Мурал – монументальное городское искусство с огромным размахом. Но разве пугает брещан масштаб? Нет, поэтому муралы в Бресте уже не в новинку, но в каждом из них, будь то стихи на стене. Кстати, мурал с испанского означает «стена». Либо это историческая композиция с видами Берестия или отголосок Великой Отечественной – мурал на Гаврилова. Объединяет каждый проект, его исполнение, трепетное, проникновенное, притягивающее взгляд. Монументальный изысканный арт-объект «Земля под белыми крыльями» сегодня украсил стену дома на Московской 332. Мурал в Бресте. Мы хотели сделать что-то динамичное. Вот. И немного, чтобы перекликалось с Пинском. Ну, Брестская область. Первый мурал был в Пинске в рамках этого проекта. И мне кажется, получилось. Тут девушка, это такой условный мифический персонаж. Она как бы в танце связывает прошлое, настоящее и будущее. Если мы снизу видим романтический образ Берестейского замка, ладью древнюю, там образ реки, то кверху в этом вихре истории мы уже видим птиц, которые символизируют идеи, устремление в будущее. И она в танце как бы связывает это все. Мурал «Земля под белыми крылами» – это подарок Бресту от Беларусьбанка в свой столетний юбилей. Это еще раз подчеркивает, что деятельность такой крупной финансовой структуры имеет не только экономическую составляющую, но и социальную, культурную. За 100 лет наш банк зарекомендовал себя как социально ответственное учреждение. Реализованы многие проекты в сфере медицины, образования, спорта, культуры. Данный масштабный проект был задуман как реализация проекта в масштабах всей страны, реализации 12 муралов. Любой мурал, он основывается на традициях прошлого с движением вперед, с мыслями в будущее. Данный мурал заставляет задуматься, и каждый по мифологии, каждый посмотрит и подумает, как город развивался, как он будет развиваться дальше. Молодое поколение. Мы должны думать о молодом поколении, которое будет делать историю города Бреста на основании тех традиций, которые заложили прошлое поколение. Московский район Бреста сегодня – это экономический, промышленный, социальный, спортивный и культурный район. Сегодня он имеет свое неповторимое лицо. Постоянно строится, развивается и превращается в динамичный, красивый и удобный для жизни уголок нашей страны. Тенденция появления в городе Бресте, в Московском районе муралов – это уже не новое. И хорошо, что Беларусьбанк выступил с прекрасной инициативой рисования очередного мурала в городе Бресте, в Московском районе. И вот тематика белорусской символики, белорусочки, как сейчас модно уже в интернет-пространстве называть этот мурал, она, на мой взгляд, вписывается очень гармонично. И цветовая гамма, благодаря художественному совету, была переработана. Поэтому я думаю, что данный мурал, он будет очень яркой, ну, скажем так, яркой эмоцией в нашем районе. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.